Вот такие ложку и вилки, и вилку набор Happy Baby мы приобрели на Бабаду. Они очень хорошего качества, твердые. Концы и вилочки очень хорошо закруглены, то есть ребеночек не поранится. Сами по себе приборы очень легкие, хорошего качества. Ручки широкие, изображены вишенка и морковка, что очень хорошо и мне понравилось, потому что я пробовала кучу ложек, это то, что ложка глубокая. На этикетке было указано, что подходит для введения прикорма, но все же мои рекомендации, что для деток старше 10 месяцев, так как все-таки маленьким деткам лучше силиконовые ложечки использовать для прикорма.